Главной темой традиционного еженедельного оперативного совещания в правительстве региона стала установка в местах проживания многодетных семей пожарных извещателей. Дело в том, что после нескольких случаев гибели детей в таких семьях губернатор дал поручение сносить жилые помещения, в которых проживают многодетные семьи, имеющие несовершеннолетних детей, автономными дымовыми пожарными извещателями. На территории региона таковых зарегистрировано более 22 тысяч. О проделанной работе доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. Всего на сегодняшний день техническими устройствами, оповещающими о возникновении пожара, оснащено 78,5% или 16067 жилых помещений, в которых проживают многодетные семьи. Разумеется, насильно установить эти пожарные извещатели никто не может. Поэтому надежда на сознательность граждан. Часть многодетных семей отказывается от установки пожарного извещателя по различным причинам. Боязнь порчи интерьера, боязнь ложных срабатываний и другие причины. При этом администрациями муниципалитетов ведется разъяснительная работа с гражданами о необходимости установки пожарных извещателей. С этой целью проводятся подворовые обходы, в случае отказов составляются акты. Впрочем, к работе этих извещателей также есть немало вопросов. Ведь зачастую люди гибнут и в тех домах, где они вроде бы установлены. Чиновники говорят, что не держат работу этих устройств под контролем. Установлено и настроено программное обеспечение производителей пожарных извещателей, которое позволяет дистанционно осуществлять контроль за техническим состоянием извещателя. То есть проводить мониторинг работоспособности установленных АДПИ. Впрочем, некоторые многодетные семьи говорят, что гладко лишь на бумаге. Например, вот этот извещатель недавно был установлен в одной из квартир нашего города. Его легко снять. Кроме того, в случае, если у него разрядятся батарейки, он никоим образом не даст об этом знать. По крайней мере, его новым владельцам не удалось от него этого добиться. А значит, может случиться так, что он не будет работать, а члены многодетной семьи будут уверены, что все в порядке. В качестве альтернативного решения общественники предлагают бороться с первопричиной. А именно с тем, что в большинстве случаев изношена электропроводка, а печное отопление находится в плачевном состоянии. Возможно, после решения этой проблемы и пожарные извещатели не понадобятся.